Всем привет, ребята, с вами снова Хик. Да, я услышал ваши просьбы, я читаю комментарии, и вы такие пишете, что мол, типа, давай, проплыви весь штат, посмотрим, похудеет ли Си-Джей. Сейчас мы это с вами и узнаем. Но при всем при этом, я немножко подкорректировал его труселя. Там некоторые писали, один человек написал, то что почему не труселя не в сердечку? Присандалил ему такие сандали, клево, да? А вот, толстый Си-Джей, как всегда на ваших экранах. Опять ставим над ним какие-то эксперименты. На этот раз мы выносливость полностью на минимум, насколько это возможно сделали, и узнаем с помощью плавания, сможет ли выносливость полностью прибавиться, а лишний вес упасть до минимума. Узнаем в этом видео, так что я жду с вас лайка, за терпение, за труд, за потраченное время с меня, а за ваш, разумеется, там лапс этот огромный, который ускорит весь процесс. Буду благодарен за такую поддержку в виде лайка и комментария любого. Спасибо большое вам за это. А мы с вами начинаем, не будем тянуть Си-Джей, ты разворачивайся, давай, ныряй уже. We'll be right back.
небольшие итоги. 1:40 мне понадобится для того, чтобы проплыть весь штат полностью. Как видим, мы огибаем всю, всю карту. Так, включаем HUD. Дисплей. Игропанель включено. И как видим, мало того, что мы хотели убрать весь лишний вес, так еще и нам удалось прокачать полностью выносливость. И максимальное здоровье. Почти до максимума прокачали. Вот такой экспириенс. Ну, разумеется, Карл остался худым. Что вообще самое интересное, то что Карл при всем при этом чуть ли не заполнил до половины мускулатуру. То есть плавание помогает вам в любом случае. Так что занимайтесь плаванием, качайте максимальное здоровье, качайте мускулатуру, плавание — это все. С вами был Хик. Всем большое спасибо, кто поставил лайк. Так меня, так сказать, поддержал. Я вам благодарен. Всем удачи и пока.